Ну вот мы на Преображенской площади. Перед нами какое-то огромное здание, относительно недавно построенное. А за ним, вот там, где Бургер Кинг, тоже новое здание. Ну, на этом месте были двухэтажки, одноэтажки, ну, там двухэтажки, там сарай какие-то. Ну, во время моей молодости, в общем, таких зданий не было. И все было вот в двухэтажках. Там и книжный магазин находился, и ресторан «Звездочка», и «Сберкасса», еще какие-то магазинчики. А здесь вот ближе к углу известный на всей Рязанскую область магазин «Колбасы» находился. А сбоку была «Филипповская булочная». Это была булочная пекарня. В общем, булочных пекарен тогда в Москве, в общем-то, я не помню, были-то или нет. Ну, в общем, горячий хлеб сами выпекали. И если вовремя прибежать, ну, мы знали обычно, когда выпечку они из пекарни в магазин привозили, то можно было купить вкусный горячий хлеб. Ой, какой рижский хлеб тут был вкусный, сил никаких нет. Нигде такой хлеб не вижу теперь. А вот если смотреть в сторону Яуза, да, вниз, то вот видна там церковь, купол торчит. Там за ним находится молочный магазин, хороший не очень. И в этом же здании был кинотеатр «Орион». Ну, туда часто ходили, в кинотеатр «Орион». И в молочный приходилось бегать, конечно. Сейчас там, по-моему, Сбербанк находится, вот, все здание. Ну, Сбербанку, наверное, нужнее. А еще дальше там будет по правой стороне здание и выход на Матросский мост. Ну, вот, значит, кинотеатр Моссовета, который здесь находится. Его, естественно, тоже не было. Это новое строительство. Там были домики, тоже двухэтажечки какие-то. А, да, это сараи какие-то такие деревянные. Вот трамвай нам загораживает. А, нет, вот там видно немножко памятник Бухвостову, петровскому солдату. А за кинотеатром начинается улица 9-я рота. Она туда, к Семеновской идет. Вот. Получается, улица такая тупиковая, потому что она упирается в кинотеатр. А 9-я рота вот с Преображенского полка времен. Вот тут роты и располагались. Вот. А вот церковь, которую мы только видели на правую руку, это полка. Видели на правую руку, это полковая церковь военная. Если вы в нее зайдете, там видны знамена висят. Ну, военная церковь, да. Ну вот справа по валу, по этому вот камер коллежскому, там находятся единоверческие церкви, в том числе староверческие церкви, и они как-то вот существовали. Есть церковь обычная с пределом староверческим, ну и монастырь там же. Если вот идти по улице туда, по валу, то, соответственно, по левой стороне у вас будут эти вот постройки сохраняться. Ну а что касается, если вот вперед мы смотрим, дом кирпичный, то в нем находится республиканская юношеская библиотека. Туда мы бегали, и там, что самое важное, находится фонотека.
Вот, и там можно было послушать пластинки, там, какой-нибудь там «Горе от ума» в исполнении малого театра, ну, или какие-то такие интересные вещи. В общем, любопытное все это местечко такое, и библиотека очень хорошая. Туда абонементе поменьше, а в читальном зале можно много чего было почитать, потому что не все выдавали на руки, ну, и правильно делали, потому что много было желающих попортить книги. Вот. Ну вот здесь вот на углу находится магазин М-видео. Раньше это был хозяйственный магазин. Большой, хороший магазин. Кстати, у него тут сбоку продавали стекло. Вот, и можно было окно, стекло вырезать прямо там, на месте, резали стекла. А если вот посмотреть вот так вот на уголочек, вот туда, то вот виден этот памятник Бухмостову, солдат Петровского. Он там находится. А с этой стороны находилось здание ни ИДАРа, ни здание радиосвязи. Я очень удивлен, пришел, а здания нет. Оно всегда типа тут было. Вот это вот огромный корпус, он, его снесли, и его что-то на его месте будут строить.